Всем привет, мы продолжаем проходить Зов Ктуху, темные уголки земли. И мы пытаемся их убить. Чужак, выходи жизнь. Ты это слышал? Нам нужно либо всех перебить. Они сюда доберутся, потом они сюда доберутся. Надо их как-то заманить. Иди сюда, чужак. Зашибись, призарядка. Сдох ты, слышал. Никого, отлично. Что такое? Ты слышал? Бля. Блин, чуть бы не убил он меня. Фух. Давайте лечиться. Нет у меня. Бэтмен хрену. Я все слышал. Ты это слышал? Одного ранили. Бинты. Нужны бинты. Еще ранили. Это что такое? Меня здесь нет. Сука. Ну, будем так пробовать. Другого пути у нас нет. Я теперь понял, как нормально теперь лечиться. Давай еще бинты используй, блин. О, отлично. Вы тупые безмозглые, а. Убить его! А меня здесь нет. Мы должны его поймать. Убил. По-моему, я что-то слышал. Иди сюда. Остановите его. Так, пока он пусть отойдет, а потом я его с дрободана опять стрельну.
Еще один. Перезарядка. Он еще жив. А нет? Боже ж ты мой. О! Одного избавили. Перезаряжаемся. Ебаный городишко. Иди сюда, чужак. Черт, назад. Они что, дальше не пойдут? Тихонько. Он исчез. Я иду. Патроны закончились. Отлично. Что такое? Кто там? Не дайте ему уйти. Ах ты. Иди, 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 быстро, быстро. Давай. Убейте его. Он здесь. Быстро назад. Лечиться надо. Быстро. Лечись, пожалуйста, чувак. Пофиг на все аптечки, ну пожалуйста, я хочу пройти это. Это, я хочу пройти хотя бы сохраниться. Где-нибудь. Для пистолета 7 патронов. Томпсон бы еще не помешал. Я что-то слышал. Упс. Он мой. Давай. Остановите его. Что-нибудь слышал? Лечись. Как можно лечить? Как ты можешь лечить? Еще наверху. Боже ж ты мой. Давай. Давай. Спасибо, сохранение. Наконец-то.
Закрыто. Или это так дальше, просто сохранит. Ну не сюда. Но мы нашли аптечку и патроны. Ага, под ящиками, окей. Давайте так. Рут, ты что тут делаешь? Наверное, меня преследовали. Они сюда ворвались пару минут назад. На улице были слышны выстрелы. Я смогла только забраться сюда и скинуть лестницу вниз, чтобы сбежать. Джек, я в ловушке. Дверь заперта на защелку, а этот карниз меня долго не выдержит. Джек, я не хочу умирать. Помоги мне. Назад. Я что-нибудь придумаю. Я что-то слышу. Везде ищите. Рассредоточиться. Где ты здесь? Найдите его. Поэтому что валяется. Покажись. Везде ищите. Это ты? Иди сюда. Иди сюда. Ты на закона. Я тебя убью. У нас мало времени. Ни хрена себе их там. Ага. Я понял, что делать. Я понял, я увидел там лестницу, надо будет пробежать. Ну что, я готов к этому. В общем, но перед этим мы все, нам нужно все собрать, наверное, хотя бы аптечки. Еще раз. Ну что не говори, мы продвинулись дальше и отошли от той ужасной. Как я, какой я был слепой, а? О да, motherfucker bitch. Ну теперь готовьтесь, робот-человек, блин. Короче, мы рыболюди. Сейчас скрою. Воу. Мышка, что ты делаешь? Прекрати. Так, пошлите. Наконец-то я с Томпсоном. Да. И наконец-то у нас патроны. Для этого еще есть. Берем ключи. Хотя, ладно, давайте назад свалим, сохранимся. Это будет, я думаю, так будет получше. Намного лучше. У нас будет все сразу и не придется все подбирать, а просто надо будет бежать и перепроходить. Да. Ну вот раз, нам больше повезло. Мы живы, хорошо. Много дробовику тогда патроны закончились, но... Я понял, что нам нужно перебраться к ней.
А там я видел лестницу. И другого у нас пути не будет. И нам он будет чем быстрее, тем лучше, как я понял. Берем ключи. Джек, я наверху. О! Рут, ты что тут делаешь? Наверное, меня преследовали. Они сюда ворвались пару минут назад. На улице были слышны выстрелы. Я смогла только забраться сюда и скинуть лестницу вниз, чтобы сбежать. Джек, я в ловушке. Дверь заперта на защелку, а этот карниз меня долго не выдержит. Джек, я не хочу умирать. Помоги мне. Назад. Я что-нибудь придумаю. Я что-то слышу. Везде ищите. Рассредоточиться. Где-то здесь. Найдите его. Сейчас будем тупо валить. Чужак, это ты? Иди сюда. Валим. Эй, ты там! Стоять! Как нам наверх забраться? Офигеть! Не, давайте сначала исследуем местность. Куда нам нужно забраться? Да, куда нам нужно забраться? Сначала исследовать местность. Потому что я даже не знаю. А так я буду знать, куда идти. И будет легче. А так пока ничего не будет происходить. Только не говорите, нам придется. Вряд ли. Вот если туда забраться, значит... Ага, понял. Пробуем, знаете как. Если мы побежим сюда... Тут ничего не даст. Что если... Дальше что? Блин, это идиотизм. Если я сюда реально запрыгну. Почти. Давайте попробуем. Может сюда надо запрыгнуть, чтобы добраться до лестницы. Бред. Может их прибить? Ага. А что если... Что за идиотизм, а? Подожди, а, это один. Джек, я наверху. Еще раз попробую. Рут, ты что тут делаешь? Наверное, меня преследовали. Они сюда ворвались пару минут назад. На улице были слышны выстрелы. Я смогла только забраться сюда и... Ты меня уже задолбала. ...чтобы сбежать. Джек, я в ловушке. Дверь заперта на защелку, а этот карниз меня долго не выдержит. Джек, я не хочу умирать! Помоги мне! Назад! Я что-нибудь придумаю. Я что-то слышу! Никаких подсказок, ничего. Ой, уже как этот коловк духа. Найдите его!
Чужак! Ищите! Это ты? Иди сюда! Fuck you! Fuck you, asshole! Класс! Как меня быстро убили! Вау! Вау, как меня быстро убили! Еще офигенский, я вам скажу, прям офигенский выбор оружия. Какое сочетание клавиш. Ах, прям обхохочешься. Ох, о да. О да, о да. Джек, я наверху. Мне кажется, это момент, ты что тут делаешь? Никогда. Сюда ворвались пару минут назад. Их тут стали только много. Что делать? Я смогла только забраться сюда и скинуть лестницу вниз, чтобы сбежать. Видеоролик дебильный. Оружие после него сразу убирает. Ууу, класс. Джек, я не хочу умирать. Помоги мне. Пошел ты в душу. Подыхай ты там. Я что-нибудь придумаю. Я что-то слышу. Ой. Рассредоточиться! Рассредоточиться! Найдите его! Чужак! Сколько вас там, а? Везде ищите! Это ты? Иди сюда! Еще меня жопа будет. Иди сюда! Это закона! Я тебя убью! Вау! Вы видели, как меня убивают сразу? Надо мне всех перемочить получается! Охренеть! Это невозможно. Это, блядь, невозможно. Это, сука, блядь, пиздец. Этот ролик смотреть по 50 раз я не собираюсь. Пиздец, блядь, меня... Пиздец, блядь. Вот это класс. Ебучий Call of Cthulhu со своей ебучей сложностью. Вау, он упал с 2 метров, и ему плохо уже. Класс. Пизи, блядь. Рут, ты что тут делаешь? Наверное, меня преследовали. Они сюда ворвались пару минут назад. На улице были слышны выстрелы. Я смогла только забраться сюда и скинуть лестницу вниз, чтобы сбежать. Джек, я в ловушке. Дверь заперта на защелку, а этот карниз меня долго не выдержит. Джек, я не хочу умирать. Помоги мне. Назад. Я что-нибудь придумаю. Я что-то слышу. Везде ищите! Рассредоточиться! Рассредоточиться! Найдите его! Чужак! Покажись! Иди в жопу! Это ты? Иди сюда! Иди сюда! Это закона! Я тебя убью! У нас мало времени! Навали ты... Вау! На! Пиздец, блядь. Ай, я пиздец, я в шоке, блядь. Пиздец, нахуя так портировать, блядь? Долбоёбы, блядь. Зачем портировать так криво? Не можете взять все, блин, нормально, блин. Кто-то скажет, мне бомбит из-за сложности. Нет, блядь, потому что тут порт охуенный, блядь. Какое управление? Вау, смотрите, как меня болтает. Возможно, я туплю здесь и не знаю, что делать. Но, блин, ну пиздец. Нахуя выбирать оружие после видеороликов? Джек, я наверху. Что нафиг? О, опять этот ролик. Сколько можно? В общем, я даю себе 3 попытки. Ты что тут делаешь? Дальше я не смогу за сегодня. Все, извините, я только одну серию запишу. Все. На улице были слышны выстрелы. Я смогла только забрать... Самое нервное прохождение, наверное, будет. Джек, я в ловушке. Дверь заперта на защелку, а этот карниз меня долго не выдержит. Джек, я не хочу умирать. Помоги мне. А нахуя ты скинула лестницу? Я что-нибудь придумаю. Я что-то слышу. Везде ищите. Рассредоточиться. Опять этот ебаный ролик, блин. Они убьют меня быстро. Не похуй. Это ты? Иди сюда. Рыба, блядь, долбоёб. Мим догона пошел ты нахуй.
Убейте его! Охренеть, он охренеть, бежит. Охренеть. О, блядь! Ебучий, блядь, Томпсон, он не мог убить столько человек. Это, блядь, настолько дебилизм, блядь, ну почему они так не дохнут? Идите в жопу. Вторая попытка. Если я этот момент не смогу пройти. Пиздец, блядь, я еще такого, блин, не видел, блин. Вот видите, упал с такой высоты, ему плохо сразу. О, вау. Вау, сразу кровь идет у него там. Хорошо, что он не вредится так сильно. Пошла нафиг, пропущу этот ролик. Не, хотя нельзя, но я на паузу нажму. И вот в данный момент, да, эти уёбки выходят. Найдите его. С ебучего порта. Я сдохну. Иди сюда. Надо как-то их заманить. Нет, 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 фак ю. Фак офф. Пожалуйста. Да, блядь. Лечись, придурок! Боже ж ты мой, у меня получилось. У меня, мать ваша, получилось. Если эти ключи не от этих дверей, о которых я думаю, то, блядь, игра-то ебанутая. Потому что я реально, мои нервы уже она сожрала. У меня нет нервов, мне все, я уже... Слава богу, я не фанат этих разработчиков. Сюжет может хороший, но, блядь, ну... Ты пиздец. Открыто. Да, отлично, что ключи подошли. Подошли. Эй, ты там! Ой-ой! Пошел нахуй. Пошел что нахуй, еще? Блядь. Ебался от меня. Что такое? Долбаю. Лучше о, нет. Я люблю прыжки. Я люблю прыгать. Ох, как я люблю прыжки. Вау. Ну хотя бы мы этот этап прошли, теперь надо будет ебучий этап пройти. Открыто. Я такого еще, блядь, не видел. Эй, ты там! Ой-ой! Остановите его! Остановите его! Подавался! Он у меня под ногами ходит! Помоги мне! Вау! Больше бинтов нет, мужик, все пиздец. Конечно же, мина еще сверху была. Я его вижу. Перезаряжайся. Какое мало времени? Что я сделал тебе? Течет. Я, наверное, сейчас закончу. Это последняя попытка, и я закончу эту серию. Потому что у меня нет настроения продолжать этот позорный порт игры. Эй, ты там! Эй, сам твёрдь! Я крутой человек! Ой, блядь. 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 Заткнись. Дай мне полечиться, дура! Достало! Достало капец как, я уже не могу просто. Замок старый и весь заржавел. На, выбираемся нахуй. Отсюда. Веди нас. Фух.
Если я сейчас сдохну, то ну его нахуй. Еще полечимся. Потому что мы так сейчас сдохнем. Черт, он смылся. Ух, ё. Давай, Рут, скорее, черт. Наконец загрузка пошла. Недалеко отсюда есть мост из города. Держись. Проклятье. Ну прям охуеть. Охуеть! Я твое собачье мнение спрашивал. Не забывай, кто финансирует эту чертову психушку. Хорошо. Он проснулся. А, мистер Уолтерс. Наши друзья в полицейском управлении Бостона считали вас героем до того, как вы умом тронулись. Я не люблю героев, мистер Уолтерс. А меня ваше мнение не интересует. Кто вы вообще такой? Джи Эдгар Гувер из бюро. И на вашем месте, мистер Уолтерс, я бы следил за своими манерами. Так, зачем вы приехали в Инсмаут? Так, зашел к одной девушке. Мне последнее время не везло, вот захотелось компании. А, вранье. В Инсмаут ездят лишь два типа людей. Преступники и дураки. А на дурака вы не похожи. Внешность обманчива. Ясно. Доктор Хартстром, будьте так любезны. Разбудите его. Но обвините меня в чем-нибудь. Я ничего не знаю. Это не закончится, мистер Уолтерс. Так что можете быть со мной откровенны. Я же сказал, ничего особенного. Дело о пропавшем человеке. А деньги мне сейчас нужны. Где мой папа? Почему ты дал меня убить? Больно. Очень больно.
Я остановился всего на одну ночь, и мне нужно было уезжать рано утром. Похоже, местным не понравилось, что я в городе шнырял. О боже, Уолтерс! Вам часто приходится вытаскивать из переделки какого-то бродягу, а потом сматываться из города на краденой машине? Ну, только в хорошие дни, а обычно нет. Гувер, у меня ночка была не к черту, так что я бы очень вас попросил дать мне немного вздремнуть. А что у бюро за дела в Инсмауте? Преступная деятельность, мистер Уолтерс. И весьма организованная. Правительству еще не приходилось проводить операции такого масштаба. Но мы не сможем провести операцию, не представив доказательств. Я, конечно, благодарен вам за историю на сон грядущий, но не понимаю, при чем здесь я? Благодаря вашему вмешательству пропал Мэки. А он же раскопал что-то, то, что мы могли бы использовать. Пропавшим? Что значит пропавшим? Он должен был приехать несколько часов назад, наши планы меняются. Вы отправитесь с нами в Инсмаут и примите участие в рейде. Наша цель — комбинат Маршей. Я не твоя собачка, Гувер. Я не работаю на бюро. Я вас не спрашиваю, мистер Уолтерс. Или вы уже забыли свое прошлое? Пара подписей, и мы сможем прописать вас в этом замечательном заведении до конца ваших дней. Вас даже вернут в вашу старую камеру. Пошел к дьяволу! Спокойной ночи, мистер Уолтерс. Приятных сновидений. Ой! Так, когда там сохранение будет? И я все. Я все. Комбинат Маршей. Его облик, его не понимать. И даже сейчас я не могу сформулировать некий образ. Я не могу. О! Ой, наконец-то мы прошли это. Ну, не игру, а тот момент дебильный, который я уже ненавижу. Дайте сохранение, чтобы закончить эту часть. Пожалуйста. И хочу отдохнуть, я всего лишь хочу отдохнуть. Будет ролик, посмотрим ролик и закончим часть. Слушай сюда, Уолтерс. Судя по твоему досье, тебе можно доверять, даже учитывая твой срок в психушке. Я снабдил тебя оружием и требую от тебя беспрекословного повиновения. Наши источники сообщают о том, что управляющий комбината Себастьян Марш уезжает из города по делам. Здесь он оставил своего сына Джейкоба. Лучшей возможности устроить этот рейд у нас не будет. Наша цель — взять Джейкоба Марша. Возможно, он — наш единственный шанс вывести семью Марш на чистую воду. Мы должны взять его живым. Мы считаем, что даже в отсутствии Себастьяна комбинат тщательно охраняется. Я сообщу тебе подробности после того, как мы взломаем ворота. Джек, тебе лучше остаться в машине, пока мои агенты штурмуют вход. Агенты по местам, следите за погрузочной площадкой. Эй, на крыше! Поддержите огнем! Уничтожить их! Не стрелять! Купер, откройте чертовы двери! Нет! Стой! Купер! В укрытие! Джек, вылезай из машины! Живо!
Что ж, мы продолжим в следующей серии. С вами был Саня Электрик. Всем удачи и пока. Да, всем пока.